Бронзовая призерка чемпионата Европы по боксу Екатерина Дынник вернулась из Болгарии. Это первое выступление девушки во взрослой категории. Результатом гордится Междуреченск и Россия. В чемпионате участвовали 142 спортсмена из 32 стран мира. Это кадры первого боя Екатерины с хорваткой. Разгромный результат 5-0. Екатерина быстро разобралась с соперницей. Вторая встреча с представительницей Румынии. Уникальная возможность посмотреть на бой. Подготовка еще началась с января месяца. Была достаточно большая конкуренция и никогда не давали расслабления. То есть всегда было такое напряжение, что могут убрать, поехать другой человек вместо тебя. И поэтому всегда нужно было ухо востро держать и не сдавать свои позиции, быть первым во всем и всегда. Бой прокомментировал тренер Екатерины Дынник Николай Федорченко. Катя, она напористый боксер, физически очень сильная. Она прет всегда, у нее даже кличка есть, русский танк. 5-0 мы и первый, и второй бой забрали. И вышли по сетке на Турчанку. Турчанка высокая, с первого раунда она пошла назад, и она ничего не делала. Бегала, отлынивала от боя, судья дал ей предупреждение одно. И у меня не было сомнений, она два раунда просто ее уничтожала. Та выживала. Счет был 2-1 в нашу пользу. Первый раунд как бы поставили, что мы проиграли, два последних раунда мы выиграли. Я не знаю, как, когда ты выигрываешь, да, тебе не отдают победу. Для меня это очень большой опыт, потому что я перешла во взрослый бокс. Также сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. В копилке 3 золота, 4 серебра и 2 бронзы. В дальнейшем будет сбор перед международным турниром в Польше. Европа – это первая стадия к чемпионату мира. Если ты попал в восьмерку на Европе, то ты имеешь именную путевку на чемпионат мира. И в ноябре мы будем готовы уже к миру. На Токио мы тоже нацелены так планомерно и целеустремленно.